народ, ввиду того, что в отпуске очень быстро забываешь, как выглядят деньги, я решила пойти на них хотя бы в музей посмотреть, раз уж зарплату нам не платят. Не знаю, как долго я буду со своим топографическим кретинизмом его искать. Ну, вроде бы все спросила, вроде бы поняла, куда, где эта улица. И там рядом где-то должен быть музей Грина тоже. Ладно, сейчас попробуем найти, куда поворачивать. В общем, нам нужна улица Куйбышева. А, это Феодосия, если что. Я иду по улице Галерейной. Вот очень много всяких разных музеев. Здесь картинная галерея Айвазовского, дом-музей. Он сейчас закрыт на реставрацию. Реставрацию очень долго ждали. Наконец-то вот второй год его уже реставрируют. Я в него попала в 2014 году. Все картины посмотрели, говорят, есть там супер-мега-тайная комната. У картины вроде бы как в Москву вывезли. Так, ладно, вот она, походу, Куйбышева. Пойдем искать музей. Смотреть на деньги.